Медики сегодня назвали причину массового отравления школьников на востоке республики. Результаты анализов первых 48 пациентов уже получены. В биоматериалах обнаружен возбудитель дизентерии. Напомню, инцидент произошел в селе Бузанбай в Уланском районе. За выходные число обратившихся к медикам увеличилось до 118. Среди них были и 8 дошкольников. Состояние 61 ребенка потребовало госпитализации. Всех на скорой доставили в инфекционное отделение детской больницы в Усть-Каменогорске. Часть детей уже идет на поправку, сообщили в медучреждении. Состояние всех детей стабильное, от легкой до средней степени тяжести. Буквально сегодня выписывается уже 2 детей в удовлетворительном состоянии. У 48 детей на сегодняшний день в анализах подтвердился диагноз Шигелла-зона. Это возбудитель дизентерии.